Так, сегодня у меня опять распаковка, как из предыдущей. Привет из детства. Привет из Советского Союза. Распаковка довольно быстро пришла, кстати, я вообще не ожидал. Это быстро. Только придет, оно вроде как майлом шла. Или не майлом, как называется, из России. Такой вот у меня тоже такой девайс, как прошлый. Смотрите, прошлое видео, ссылка будет вот вверху. Там трубка телефонная для именно для. На выбросьте, пожалуйста. Ну или туда положить. Именно для мобильного телефона. Трубку сделали. Как в старину. Так, сейчас запаковано, кстати, вот очень отлично. Ничем не прошибешь ее. И что мы имеем тут? 1-литровый сифон. Вот. Такой коробки. Что это? Сифон. И подрить мне. Пусть говорит. А что это такое? Сифон. Газировку делать. Такое, что и подрить не жалко. Сейчас мы как раз его испытаем. Сиропа у нас нет, но есть просто вода. Можно просто воду будет сделать газированную. Пить газированную. Так. Хотя нет, я сейчас сироп сделаю. Черничный сироп. У нас будет. Посмотрим, насколько это будет вкусно. Так, все тут. Тут картинка по использованию. Так, что у нас в коробке? Такая штуковина, видимо, для баллончика. Так, что у нас еще? Сам сифон, а где тут еще? Так, вот, видимо, что-то достану, разберусь. Так, все, налил воду, предварительно, конечно, сполоснул этот китайский баллончик. Что дальше? Дальше мы... Дальше согласно инструкции. Так, для начала вот это вот вдеваем сюда. Я не знаю, как это называется. И вставляем в емкость. Вот так вот, сколько я понимаю. Так как у меня баллончики эти не подошли, оказывается, другая формация. Я просто нажал сюда. Дырку сделал, пока держал, оно у меня очень газировалась вода. Сейчас попробуем, что у нас получится. Опа! Ну, такая содовая вода. Надо будет баллончики другие взять. Не сильно газированная. Такая слабо газированная вода получилась. Тут есть такая инструкция в картинках, что и как делать. Кстати, по-английски написано. Ну что, будем разбираться. Для начала, так что мы имеем. Такой алюминиевый, довольно увесистый баллон. Емкость для емкости воды. Так, это вот я не знаю, что. Что-то доставать откуда-то. Это видим. Так, сейчас, кстати. Они в один день пришли. Кстати, вот эта посылка. И баллончики сами. Для газировки. Мне интересно то, что продается в охотничьем магазине. Подходит? Нет. Так. Вот. Тут целая такая обойма. Так, одну достанем. Что ж, согласно инструкции, пойду наливать воды. Вот это так вот выглядит.
Итак, насколько я понял, вот это вот снимать для съема. Да? А, вытаскивать. Вот это вот. Да. Да, вот вытаскивать заглушку эту. Ладно, сейчас мы это делаем. Сейчас мы будем пытаться делать газировку. Так. Теперь у нас ничего не остается, как закрутить. Закрутить. Надо там, насколько я знаю, глухо закручивать. Баллончики-то этот баллончик вроде не подходит. Сейчас я попробую его. Да. Тут нужны поменьше баллоны. Так, взял другие баллончики, которые должны подходить по размеру. И сироп. Сейчас посмотрим, что будет. Так, тут вчерашний какой-то... Мне не понравился. Точнее, где-то мне не понравился. Посмотрим. Так, вот баллончики маленькие. Сюда заходят. Так, интересно видно там? Что я не вижу то, что снимаю. Сбоку это делаю. Так. Закручиваем. Главное, чтобы она не выстрелила. О. Все. Газ, по-моему, ушел. Ну, как-то шипнул так, интересно. Сейчас. Опа. Такой. Мне кажется, надо после того, как делали процедуру, мне кажется, надо, да, убирать. Вот в чем моя ошибка была. Так. Вот теперь газировка. Пробуем сиропом. Немножко сиропа. Отличный напиток получился, кстати. Всем рекомендую. Посылка в описании будет.